17 липеня изменились умовы пересечения белорусской мяжи. Советом министров поширены перелик особ, яким дозволяется пересекать мяжу в период пандемии. А так само поменьшены термин самоизоляции при уезде в Украину с 10 до 7 дней. От самоизоляции вызволяются особы, которые имеют сертификат об вакцинации от COVID-19. А кроме того, дозволены безвизовый уезд на 5 дней замежным громадянам для вакцинации в Беларуси. Так само дозволены выезд за мяжу белорусам до места жыхарства по документе, который подтверждает постоянное або часовое проживание в замежной державе. У лику новаций дозвол выезду замежным громадянам, которые постоянно або часово живут на территории Беларуси, Украину своего громадянства, и дозвол выезду громадянам России на территорию Калининградской области чыгуначным транспортом без пересадок у дороги. Вся информация размещена на интернет-портале Держпогранкомитета. Нагадаем, что для подорожжаў по Евразийским экономичным союзе ПЛР-тест треба предоставлять у мобильным додатку подорожничаю без COVID-19.